В Акмолинской области около 9 тысяч жителей борются с онкологическими заболеваниями. Новая онкополиклиника будет принимать 150 пациентов в смену. Стоимость проекта 2 миллиарда 600 миллионов тенге. Этот проект очень важный. Мы, к сожалению, входим в пятерку сложных регионов по онкозаболеваемости. Поэтому, я думаю, этот проект окажет добрую службу нашему населению. Теперь слово за нашими врачами. Я надеюсь, что они справятся с этой задачей. Объект оснащен необходимым оборудованием для магнитно-резонансного и компьютерного томографа рентгена. В новую поликлинику закуплено более 100 единиц медицинского оборудования. Врачи прошли предварительные курсы повышения квалификации. Онкологическая поликлиника, она долгожданная. Она решает очень много проблем, в первую очередь диагностического плана, потому что само здание старой онкополиклиники, это приспособлено, первый этаж основного корпуса. При этом там очень скучность большая. А те специалисты, которые планируют здесь начать прием, они уже все свои кабинеты посмотрели, подготовили. И в ближайшее время, как только будет полностью готовить вся документация, мы готовы переехать в течение одного дня. Новое учреждение позволит выявить болезнь на ранней стадии путем скрининга. В прошлом году подобные обследования прошли около 100 тысяч акмолинцев. В новом учреждении будут работать 94 медицинских работника и 23 врача по 8 направлениям. Зарина Дюсикеева, Оганбек Манарбекулы, Баужан Смагулов, Алмас Адвокасов, Кокша Аппарат.